Смотрите, как классно купается. Вот как они любят купаться у нас на природе. Солнышко. Сегодня очень хорошее, 20 июля, середина лета. У нас сегодня днем обещают 25 градусов. На солнце, я думаю, что и все 27 могут быть. И вот мы смотрим, как замечательно купается птичка. Канарейка. Чизайка такой накупался, довольный. Еще. Мало. Ага, сейчас могут... Нет, нормально все. Я думала, что сейчас могут подраться. Обычно они дерутся за купалку иногда, а тут нет. Все согласовано, второй кушать пошел. А эта лапа решила еще продолжить купательные мероприятия. Вот как мы купаться любим. Сейчас укрупню. Молодец, молодец, купается. Умничка. Канарейки очень любят купаться. Ну и, соответственно, наши не стали исключением. Они очень любят купание. Особенно на солнышке, на свежем воздухе, когда тепло. Только дай покупаться. А, все, с легким паром. Довольный. Все, второй. Вот этот немножко побаивается туда залезать, поэтому ему требуется время, чтобы покупаться. Все, этот намылся, довольный. Теперь будет крылышки сушить. Залезай, не бойся. Залезай, купашки. Залезай туда. Залезай. Нет, боится. Вот так вот он побаивается, но потом, если у него все-таки будет желание сильное, то он все-таки может и залезть. Боится пока. Первый кеннер сразу же залезает. Он вообще не боится, ему даже нравится купаться. А этот второй, он помоложе и, видимо, пока вот не такой решительный. Не хочет. И хочет, и не хочет. Боится. Вот так вот мы купались, ребятки. Нерешительный. Ну, что тут скажешь? Вот такой вот у нас сегодня день чудесный. Все цветет. На небе ни тучка. Ни тучки, ни облачко. Давайте поприветствуем солнышко. Привет, солнышко. Красивое наше. Там рыбак сидит, рыбку ловит. Девушка одна достала тут очень огромную рыбину. Наверное, сантиметров, ну, 30 точно. Я не буду врать, но она реально была очень большая. Мы удивились, что была за рыбина. Давай купаться, залезай. Не хочет он купаться. Боится. Трусишка.
Один уже и покупался, и обсох уже такой весь чистенький. А этот все не решается. Ромашка и солнышко. Ну, соответственно, ромашка это который у нас нерешительный, да, а солнышко это который уже вот накупался довольный и уже прыгает. И настроение прекрасное. И покупался, и покушал. И уже сейчас вот будет прекрасно себя чувствовать. Этот трусишка. Ромашка и солнышко. Как Чук и Гек, только у нас по-другому. Хочется, но боится. Давай залезай, залезай, Ромашка, купаться. Купаться, залезай, не бойся. Там на прищепке яблоко висит. Они очень любят яблочки и огурчики. Вот мы им по утрам праздник устраиваем. Огурчика и яблочко кушают. Решил поесть. Ну, смотри сам, как хочешь. Я думала, будешь купаться. Хотела показать всем, как ты купаешься. Красавчики. Всем отличного настроения. Спасибо, что вы посмотрели такое смешное видео. Купашки, ромашки и ромашки. Солнышко и ромашки. Купашки, солнышко и ромашки. Рифма не склеилась. Ну, неважно. Все. Пока-пока. Тут звезда. Кто тут такой? Не знаю, видно вам ее. Не видно. Вот она. Загорает, сидит. Да, как же я? Как же без меня? Да. Все, пока.